Здрасте. Так, на холодную он заводится. Вот здесь внизу подсос. Поднимаете подсос наверх. Подсос где? Вот он. Угу. Поднимаете, да? Вверх, поворачиваете ключ, нажимаешь на тормоз и стартер вот внизу. Завелся, ну буквально там полминуты, и подсос можно опускать. Дальше, чтобы поехать вперед, у тебя горит лампочка нейтралки, ручку вперед, все гаснет. Он поехал. Дальше назад, загорается красная лампочка, это задняя скорость. Тоже поехал. Здесь у тебя свет, ближний, дальний. Это ЧК одевается на руку. Если чего, да, упадешь, он просто заглохнет. Дальше. Ну, это родительский контроль, это для родителей. Да, значит, на открытый замок нажимаете, он заглох. Расстояние метров 40-50. Вот. Ну и также можно с пульта завести, на молнию нажать. Покатайтесь, надо будет сменить масло. Но желательно, конечно, его сменить сразу. Потому что там находится транспортировочное масло, ну неизвестно, какое оно там. Вот. А потом это первая замена масла, и если сразу менять, и потом через 10 моточасов. Либо два бака откатаете. А сейчас баки там есть? Бак смотрим, только чисто визуально открываем. Там есть. Качнули, есть чуть-чуть, да. Просто бензин, да? Да, 92-й без масла. Значит, масло. Вот это щуп, снизу пробка. Пробку откручиваете, сливаете масло, масло заливаете через щуп. Ага. А объем? Объем? Какой масло? 800 миллилитров. Свет, свет, вот он. Ближний, дальний. Ближний. Это дальний, это ближний. Ну вот здесь ближний, дальний. Вот. Это кнопка глушилки. Если не вернешь назад, она не заведется. Хорошо. Только вот в таком положении. Угу. Тормоз, стартер и газулька. Все. Спасибо. Все. Катайтесь на здоровье.